многосторонней комиссии. Разрешите мне от лица жителей республики, от лица правительства Калмыкии поприветствовать вас сегодня здесь, как было сказано Владимиром Григорьевичем, на нашей действительно гостеприимной земле. Мы искренне рады приветствовать столь внушительное собрание здесь, в столице Калмыкии, городе Элисте. Тем более, что вопросы, которые будут сегодня обсуждаться вами, являются, безусловно, политически, социально значимыми для всей страны, не только для округа, и, конечно же, для Калмыкии в первую очередь. Социальное партнерство – это краеугольный камень, основной принцип работы государства по улучшению жизни населения нашей страны. Для нас принцип социального партнерства – это, безусловно, в первую очередь консолидация всех заинтересованных сил и сторон республики, всего бизнес-сообщества, администрации, правительства на республиканском уровне, на районных, сельских, муниципальных уровнях, для того, чтобы обеспечить более динамичное развитие общества, для того, чтобы эффективно решать те вопросы и задачи, которые поставлены перед нами, руководством страны. Сегодня мы с вами будем обсуждать, в первую очередь, конечно же, один из основных моментов, который является основополагающим для нас, является основной задачей для руководства Калмыкии, это выполнение указов, майских указов президента, выполнение поручений президента страны. Для Калмыкии эта тема является, наверное, наиболее актуальной, поскольку она затрагивает весь социально-экономический блок республики. Мы впервые за последние годы, благодаря вот тому стимулу, импульсу, который был придан майскими указами президента, начали строить социальное жилье. Первые тысячи квадратных метров социального жилья, я имею в виду переселение из аварийного ветхого жилья, начало реализовываться в Калмыкии. Не хочу сказать, что все идет у нас гладко в этом направлении, но в целом, объективно нужно отметить, республика справляется с этой поставленной задачей. Несмотря на некоторые задержки, на некоторые объективные или же субъективные факторы, тем не менее, нам удается эффективно решать эту задачу, поставленную перед нами главой государства. Нам удается решать и еще один основополагающий принцип социальной политики в регионе – это поэтапное повышение заработной платы. Хочу отметить только две цифры, которые помогут понять ту динамику, которая происходит у нас в этой сфере. Если на конец 2010 года мы говорили о 9100 примерно в среднем заработной плате по региону, сегодня эта цифра 15700. То есть, согласитесь, динамика за 3 года достаточно очевидна. Причем для себя, для правительства, для коллег мы хотим сделать этот принцип основополагающим. И самое главное, мы хотим его превратить из компанейщины в рутинную, обычную работу руководства республики. То есть жителям республики мы говорим, что дважды в год в течение всего периода, который мы для себя ставим как ближнюю перспективу, которая была принята, кстати, впервые в регионе в плановом режиме, я имею в виду концепцию социально-экономического развития региона до 2020 года. Так вот, дважды в год мы, исходя из реальных возможностей нашего бюджета, будем работать над тем, чтобы сравняться с средним уровнем заработной платы по Российской Федерации, а кто знает, может быть, и в недалекой перспективе обеспечить себе какие-то, может быть, передовые высоты. Кстати, в этом направлении нам удается достаточно многое сделать. В частности, по зарплатам по педагогам и по врачам нам удалось вывести зарплату средним
по экономике, а по некоторым категориям педагогов и врачей даже превысить ее. Это тоже говорит о некоторых признаках позитивного развития нашей экономики. Хочу отметить также, как один из тех факторов, которые являются знаковыми в решении майских указов президента, это и безусловная забота о многодетных, забота об инвалидах, обеспечение земельными участками, наделами ветеранов. В этом плане мы взяли программу шире и даже превысили некоторые показатели или те ориентиры, которые были намечены федеральным законодательством. Что я имею в виду конкретно? Допустим, по выделению земельных участков для многодетных семей республика пошла дальше. В частности, весь финансовый блок, финансовый объем затрат для многодетных семей на оформление, кадастровое оформление, земельное оформление и прочее, 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 мы взяли на себя, республиканский бюджет взял на себя. В том числе, что реализацию дальнейшей этой программы с 2014 года мы начинаем с того, что и всю инфраструктуру для участков, то есть до ворот будущего дома, будущего двора многодетной семьи, республиканский бюджет берет на себя. Это и коммуникации, и вода, канализация, электроэнергия, газ и прочее, прочее, прочее. Дороги соответственно. Буквально на днях прошла сессия Народного Хурала республики, утверждался во втором чтении проект бюджета, где эти показатели на 2014 год уже забиты как, ну, скажем так, законодательная инициатива и как законодательная база для подобного рода реформ. Уважаемые коллеги, я привел ряд примеров, касающихся экономики и социальной политики Калмыкии. Убежден, что сегодня в процессе нашего с вами общего обсуждения мы и для себя извлечем нечто новое, поделимся опытом, поскольку трехсторонняя комиссия Южного федерального округа – это серьезная, скажем так, ассамблея, серьезное мероприятие. Здесь присутствуют уважаемые коллеги из соседних регионов. С белой завистью скажу, может быть, с экономически более сильных и более, скажем так, имеющих опыт в развитии социальной структуры регионов. Для нас это послужит хорошим стимулом. Я сказал о том, что у нас есть позитивного сегодня. Мы с вами поделимся друг с другом тем, что делается в той же Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях. Мы и уверен, и убежден, извлечем для себя общие уроки. Может быть, что-то интересное из нашего опыта пригодится и для вас, уважаемые коллеги. В целом, хотел бы пожелать работе трехсторонней комиссии успехов. Убежден, что вот те вопросы, которые сегодня у нас с вами обозначены в повестке дня, они являются самыми актуальными для жителей не только всего региона, но и всей страны. Успешной всем нам работы. Спасибо.